Я никогда в жизни при своих детях не подвергла критике своего мужа. Никогда. Даже если я с ним не согласна. И я просто думаю, чтоб тебя разобрало, чтобы ты это все, я могу что-то в слезах вытащить у него ночью, чтобы, что мне нужно. Но все равно я говорю, папа самый лучший, папа прекрасный, папа знает как.